посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей. Меня зовут Игорь, мне 17 лет. Я учусь в торгово-экономическом техникуме на факультете повар-кондитер. Я проживаю в городе Владикавказ. Вокалом занимаюсь я начал заниматься совсем недавно, 2 года тому назад. Я поступил, когда в техникум, как-то так получилось, что начал петь в хоре сначала. Вот. Потом мой наставник меня заметил, Валерий Батрадович Абиев, и вот он меня как бы выпустил на сольное пение. И с тех пор я занимаюсь сольным пением и пою в народном хоре «Алутон». В подобных проектах никогда не участвовал. Я люблю петь советские песни с глубоким смыслом. Мои кумиры – это Муслим Агамаев, Ярослав Евдокимов и Лев Лещенко. Я хочу передать привет всем тем, кто меня знает, и исполнить для них песню Ярослава Евдокимова «Колодец». Я участвую в проекте X-Remix на канале Медиа 15. Как привет из прошлого, повстречался нам с тобой уголок заброшенный, опустевший старый дом, без вины покинутый, и колодец под окном с небом опрокинутый. Колодец, колодец, дай воды напиться, колодец, колодец, дай небо глоток. Быть может, еще возвратится счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок. Мы не зря пришли сюда, здесь обиды кончатся, и прощаться навсегда нам с тобой расхочется. Мы сюда еще придем, чтоб в ошибках каяться, ведь в колодце даже днем звезды отражаются. Ведь в колодце даже днем звезды отражаются. Колодец, колодец, дай воды напиться. Колодец, колодец, дай небо глоток. Быть может, еще возвратится счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок. Колодец, колодец, дай небо глоток. Быть может, еще возвратится счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок. Колодец, колодец, дай воды напиться. Колодец, колодец, дай небо глоток. Быть может, еще возвратится счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок.